Телеканал «Первый Ярославский» продолжает акцию «Битва за жизнь», посвященную 70-летию Победы. В ее рамках мы показываем воспоминания ветеранов тыла, тех, кто помогал фронту в Ярославской области и точно так же обеспечивал победу в Великой Отечественной войне. Сегодня слово Василию Шонину. Вот начало войны. Я работал на автозаводе в 17 лет. Был токарем вначале, потом шифровщиком. Отдельные дни были, даже по несколько дней не выходили из завода. Спали в красном уголке на нарах, отдыхали по 3 часа в сутки. Это был период начала войны. Был налет авиации немецкой в 43-м году. Бомба попала под угол нашего корпуса. Мы все, значит, стояли в тамбуре, благодаря бомба не взорвалась, а мы остались живы. На одну пайку жили, 700 грамм. Жили в деревне Рыкино. Нас было четверо. Вот мать, сестра, я и младший братик 5 лет. Им не давали пайку. Получали хлеба 700 грамм. Давали по 10 грамм жиров и масла. Были карточки, больше ничего не давали. Даже ходили собирать крапив и зелень для того, чтобы сварить щи. Ни мяса, ничего там не было. У нас дома сгорел, в Рыкино сгорела деревня. И все имущество сгорело. Это апрель 43-го года. И мы маялись, или, как говорят, переживали очень сильно. Ни одеть было ничего, ни жилья. Ни квартиры, ни комнаты. Скитались по всем этим знакомым, кто там пустит переночевать. Держаться помогал энтузиазм. Только об работе думали, о победе. О чем другом не думали.